Всем привет! Продолжаем путешествовать по сюжетам и образам древнерусской живописи. Сегодня я хочу рассказать вам о преподобном Сергии Радонежском. Это любимый, один из почитаемых и знаменитых, просиявших так называемого в родной земле святых. Ну что, начнем. Согласно житию, Сергий Радонежский родился в ростовских землях. Отец у Сергия, Кирилл, был ростовский барин, достаточно богатый, но скоро разорился, потому что были огромные поборы от татар. Когда мать Сергея была беременна, произошло чудо. Она стояла в храме на литургии и, как пишут в житии, младенец трижды вскричал у нее в утробе, повергнув страх и изумление и мать, и всех бывших в это время в храме. Нарекли младенца Варфоломеем, то в дальнейшем уже у него стало монашеское имя Сергий. Варфоломей взрослел, но ему очень трудно давалась грамота. И вот однажды он пошел в лес и встретил старца в священнических одеждах с очень чудесным светлым лицом, так пишет житие. Старец позвал Варфоломея, и Варфоломей рассказал, что вот, понимаешь, как-то не идет у меня грамота. Тогда старец протянул ему кусок просфиры, это хлеб для причастия, велел съесть и сказал, что с этого времени, по благословению Божьему, узнает он грамоту и овладеет книжным учением. И действительно, когда он вернулся из леса домой, Варфоломей сумел правильно прочесть и складно пропеть псалом. Вскоре вся семья перебралась в Радонеж, здесь они жили, здесь он был отроком, как написано в житии. В Радонеже Варфоломей сказал родителям о своем намерении стать монахом-отшельником. И вот с овдовевшим братом Стефаном отправил его в пустыню. Но пустыня – это дикий лес. На горе Маковец они поставили маленькую церковь во имя Троицы. И вот они там жили. Но вскоре Стефан, все-таки он не смог там жить, его устрашила одинокая жизнь. В дремучем лесу он ушел в Москву и принял постриг. А Варфоломей остался там. В пустыне остался только лишь Варфоломей, который тоже принял постриг от приходившего к нему старца Митрофана. Ну, собственно говоря, тогда он и получил имя Сергий. В полном одиночестве жил в лесу, усердно молился, трудился, скудно питался. Житие описывает страшные мучительные видения, которым он подвергся, когда жил в этой пустыне. Однажды даже к нему явились бесы ночью в хижину, когда святой бодрствовал. Явились не во сне, а наяву. Явились шумом, с грохотом, как некое стадо бесчинствующих, и вновь понуждали преподобного уйти с этого места, пугая дикими зверями, разбойниками, грозили смерть. Но молитвой каждый раз Сергий прогонял бесовские наваждения. По прошествии нескольких лет, несколько благочестивых монахов по велению Бога пришли к Сергию, чтобы и они могли просветиться от него. Но преподобных сначала не хотел их принимать. И только после настоятельных просьб и уверений, что они все вытерпят, разрешил им остаться в пустыне. Как говорит житие, новые монахи, которые остались с отшельником, стали жить так, как живет преподобный Сергий, равняясь на него, подражая. Так в Маковце родился монастырь. Очень суровая была жизнь, конечно, в монастыре. Конечно, монастырь расширялся, туда приходили люди. Через некоторое время испытаний их брал в монастырь Сергий. Ну, нужен был руководитель, игумен. И вот все, конечно, сказали, что игуменом должен быть Сергий. Долго сопротивлялся решению стать руководителем Сергий. Ну, в результате он им стал, принял сан и стал игуменом Троицкого монастыря. В настоящее время это Троица Сергиева Лавра под Москвой. Со временем монастырь стал общежительным. Монастырь сам терпел, конечно, нужду, но принимал нищих, убогих, больных и чудесным образом исцелял их. К Сергию потянулись люди в этот монастырь. Этот монастырь, затерянный в глухих лесах, стал очень популярным, если можно так сказать, нашими словами современными. Вокруг пустыни выросли села и деревни. За советом и утешением обращался к Сергию великий князь Дмитрий Иванович. И троицкий игумен Сергий крестил у него детей. Под началом Сергия в монастыре шла вдохновленная им жизнь, полная молитвы и труда, братского единения, мужественная и одновременно радостная. Кстати, о преподобном Сергии писал Ключевский, русский историк. Он писал, что преподобный Сергий своей жизнью поднял упавший дух родного народа, вдохнул в него веру в свое будущее. Конечно, у Сергия Радонежского был огромный авторитет. Согласно летописям, он идет в Нижний Новгород усмирять враждующих князей. Он склоняет к миру с Москвой
его старого недруга, рязанского князя Олега. И, конечно, кульминацией этого соединения трудов инока и стремления народа и государства является благословение Сергием Дмитрия Донского на Куликовскую битву. Я хочу вот в этом маленьком сюжете вам показать образы, которые существуют Сергея Радонежского. Ну, чтобы быть в теме, понятно, что говорить очень много можно. Тут вот я зачитываю некие сведения из интернета, из Википедии, из книг. Действительно написано много, но мы же ограничены во времени. Нам надо как бы ухватить суть, кто изображен на иконе и кто это. Вот это все, то я хотел бы вкратце рассказать о Сергее Радонежском. Ну, конечно, кому будет интересно, тот, конечно, может почитать и больше. Чем же помогает образ Сергея Радонежского, как написано вот, в Википедии? Тут смиряется гордыня, так как это считается одним из самых тяжелейших грехов. Получает помощь в нуждах своих. Благодатный совет, наставления, излечиваются те, кто болел. Молится бы успехов в образовании и духовном здоровье детей. Почитает икону Сергия Радонежского 4 раза в году. 8 октября – это день смерти. 18 июля – день обретения мощей святого. 5 июня – день на честь Ростово-Ярославского собора. И 19 июля – день на честь Радонежского собора. Ну вот так. Все, всем пока, всем привет. Вот посмотрите, это образы Сергия Радонежского. Пока-пока, до свидания.